Все горести силы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я всерьез опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг.